Да, раньше... это лучше было, да? Да, там была горка такая классная. И туннель. Там детей, кстати, раньше больше было. Да. Вспомнился. Ну да, как будто там пещера, лодина, как бы, да? Мы кораблики пускали в детстве. Вот у нас так детство проходило, интересно. У нас интернета не было, мы по-другому развивались. О! Замечательно! А? Да. Что вы считаете? Мне нравится. Место прикольное. Вот, то есть, вот иногда стоит 10 лишних шагов пройти, чтобы иногда найти такое место. Вот, пока дрова искали, нашли немножко грибы. Здоровяк спрятался. Вот, пока искали. Нашли вот такие грибочки. Сегодня будет жарёшка небольшая. Вот Егор пробует первый раз в жизни спирт сухой использовать. Угу. Ну, я поздравляю, ты поджёг первый раз сухой спирт. Четвёртой попытки. Конор как? Макнаггетс. Макнаггетс? Конор Макнаггетс. Мы тебя хотели с Даринкой выставить на, короче, на этот... Турнир пельменей, короче, кто больше съест. Игра не особо-то требовательная. Тебя еще тогда не было в живых, как бы. Ты еще был. Под стол пешком ходил. Даринка-то только сказал, что вы меня прогоните, все равно меня отовсюду прогоняют. Саня с желтым поясом сейчас, блин, что-то сейчас он получилось. С желтым поясом, мы его не бросим. Какой там? А, ты это, на тот случай, короче, если костер все-таки не получится, вот Коля взял. Мама положила. Мама молодец. Олег Игнатьевич, да? Что бы вы подарили подруге? Я? Да. У меня у Евы скоро день. Носки и шампуни. Да, кстати. И при... Надо подкачаться, надо подкачаться. Боже, тут еще есть такой вот зубик, который режет вот с этой стороны, а второй, как по куле плавник, он... ограничивает погружение туда. Если вот плоский напильник едет для пила, вот это как раз плоский его стачивать, а второй под нужным углом. Вон красно-белый, там Сбербанк раньше был. Я помню, я туда приходил все время за квартиру этот, ну, оплачивал перевод. Девятиэтажка такая классная. Тут площадку поменяли. Да, раньше... это лучше было, да? Да, там была горка такая классная. И туннель. Там детей, кстати, раньше больше было. Да. Утки. Вот тут утки вот эти, голуби, ну и тут их кормят как бы. Что единственная зайка? Единственное, что они там прикольно сделали, это там, где два мальчика... качель. Крутится, да. И все. И скамейки. Для маленьких, особо сильно маленьких, то есть как бы. Скамейки были. А те, кто постарше, как бы, вот, для тех не было. Нету. Она красится. Кто? Вот это? Да. Угу. Мне нравится вот такой, ну вот этот район. Ты в этом же районе тоже, да? Да. Мне нравится. Туда дальше проходишь, там вот дома всякие разные, старые с балконами, там вот такие классные. Маленькие катера. Чуть-чуть, вот смотри, раз, как поплавок. Угу. Вот что она делает там? Как будто. Ищет. Может, как голуби камушки собирает. Может, кто-то какую-то жалобу подавал, поэтому и написали вот такие тут трамплины. И туда дальше. Чу-чу. А так, а где здесь? А, вот он тоже. Такой искусственно созданный трамплинчик. Классно, да? Вау! И туда. Вот отсюда? Отсюда они туда или оттуда сюда? Отсюда. Не трамплина. Да, отсюда. Прикинь, вот не долетел там внизу камни. Не знаю, это как, стихийная какая-то база, потому что если бы это было с точки зрения какой-то школы, надо было бы это песком все засыпать, как бы, и огородить, и сторожа. Вот. Куча сложностей.
Ну, тут их куча. Это про Red Bull ты, да, Олег? Да. Ой, Егор. Там он, ну, увидел энергетические напитки. А чтобы их успешно продавать, он начал финансировать людей, которые занимаются трюками и тому подобное. Чтобы в массы пустить это. Люди да, трюки смотрят. Пустил в массы. Вот так все идеи делаются. То есть, поэтому частенько, допустим, вручают какому-то лидеру государственному или артисту поиск караты Кёкусинкай. Ну, та же схема. Коля паркур. В лужу только не. Коль, мне прям один мем вспомнился. Красавчик. Смешно, если б лыжи. Вот так, знаешь, прыгал, просто на лыжи. На калитке качается. Я понял, почему это было. Это такой ход, чтобы это самое. Часто употребление энергетиков может привести. Фраза, которую все запоминают и много о ней говорят. Если много говорят, значит, удалась реклама. Пасмурно. Ну, 20 градусов. Блин, а если этот камень пойдет, например? Ну, а если вон тот, смотри, он, видишь, вон там камень где-то, да? Угу. Тот. А вот в той стороне, помнишь, когда вот ходили в походы туда? Там прямо вот подходишь к краю, край, метр расступаешь, и трещина. На нее становишься, вниз смотришь, 5 этажей. И снизу таких кусков очень много. Коля, не холодно тебе? Коля, не холодно? Нет, вообще такое чисто сонно, не 20 градусов, а 16. У меня такое чувство, что солнца не хватает. Да. Тепло? Тепло. Но солнышка нету, поэтому не подсохло ничего. Дрова сейчас все мокрые будут. О, ворона. Когда мама говорила, что это мужчина, а я не оглядывалась, просто бежала. И, короче, однажды в деревне, тут этот карьер, он в центре, ну, город тут, вон, пять, сколько? Минут 10 отошел от остановки троллейбуса, которая в центре, вот оно место, да? У нас, чтобы в детстве погулять вот по таким вот объектам, как бы, мы часто, да, бегали, ну, только там песок у нас был разный. Нам нужно было ехать очень-очень далеко, как бы. Ну, это за город где-то. Ну да, как будто там пещера Аладдина, как бы, да? Как будто вход был там такой, ух. Вон там от камней насыпано, как будто завалили чего-то. Вот там или где? Где тут был этот штаб-то во время Великой Отечественной войны, о котором мне рассказывали? 28-06 какой-то год. О, а тут вот... Это вот мы стоим с высоты... Близко не подходите к обрыву. На высоте, которая это вот первый слой, а там второй, третий и четвертый. Мы добирались он где-то до. Не до туда где-то, да? Да. Где-то до туда, как бы дальше мы не дошли тогда. Ну вот по плану. Обойти наполовину. Пикник сосисочный. И по противоположной стороне вернуться. Классно, да? Как думаешь, когда сейчас сыро, как бы, если просто песок лучше не подходить, можно туда съехать, еще и сверху засыпет, а там вода, и как бы это плохо кончается. Тут порода, конечно, снизу, но все-таки все равно не стоит, как бы. Поэтому мы долго думали, пойти сюда или нет. Что такое место? Одному можно проще сходить. А так ответственность за каждого члена нашей экспедиции, мини-экспедиции. Я вчера ролик смотрел, женщина, ей возраст уже так вот, она под 40 лет, и она
ехала, то есть шла пеший поход вдоль берега Байкала, а он огромный такой, и вдоль берега там периодически скалы вот такие, сопки, горы, железная дорога такая вот вдоль всего озера. И вот она приехала на электричке, слезла и пошла. И у нее там на несколько, сколько она, три дня шла. Так, нам либо по той, либо по левой, наверное, да? Да. Чтобы наверх подняться-то. Ну вот сейчас надо где-то искать место, где дрова есть. Я цепь пилу взял, кстати, на всякий случай. Чтобы можно было. Ну вот все, осень наступает. У меня, блин, еще нет. Хочу зиму. Зимой плохо. А зимой бушлет опять хотеть? Нет, вот в этом году я лето точно не захочу. Лето хотят люди не потому, что им холодно зимой, по другим моментам, по радостным всяким, приятным встречам, каким-то воспоминаниям, походам, свободе, которая отсутствует зимой, потому что там есть учеба. То есть они подсознательно хотят почувствовать снова то состояние, те чувства, которые испытывали летом. В данном случае я не хочу лето, потому что там будут экзамены. Но и тут вот такая... Классно. Коля, силишь? Давай, я с тобой. Мы в детстве прыгали, бегали, короче. То, что сейчас паркуром называется, мы делали, мы не знали просто, что это когда-то. Ну, что и уже тогда это было популярно, было название у них там. То есть в других странах у нас это было не популярно. Это называли хулиганство. А я за пруды в детстве из песка, ну, в песочных всяких этих дел строил. Накапливал потом море. Раз. Море, да? Мы кораблики пускали в детстве. И деревянные строили, и там. Кусок пенопласта найдешь, если ты вообще король, потому что он не тонет никогда. Мачту туда, там начинаешь вторую, потом третью, потом это такое. Дома потом чертежи рисуешь парусника, на котором в кругосветку отправишься. Ну, то есть. А максимум это до пруда середины утром. Так вот у нас так детство проходило интересно. У нас интернета не было, мы по-другому развивались. Я с тарзанки прыгал, было весело. О, вот тут вот можно на край подойти. Дальше меня не заходишь, Дарин. Ага. Угу. Край не подходи. Ну что, в деревне нигде. То есть мы в конце противоположном этого карьера всего. Тут такой трамплин, короче, да? Ну, наподобие это. С этой стороны, ну, тут где-нибудь. А потом со временем, наверное, была пацанка, там просто, ну, водоем, он стал, ну, короче, вода ушла. Да, хорошо там не пошли, да? Там все, тупик. Так, ну что, где это будет наше классное место? Где можно? Там вот где-то зайка. Тут вот или где? Такое, чтобы это было сухое место. Дрова были и никто не свалился с обрыва. Что самое главное. А туда вот если сейчас подойти, там дальше будет залив. В левую сторону мост. Через него переезжаешь налево на юг, направо как раз вот Снежногорский ЦПД тут. Музыку слышу, не пойму, оттуда или вы там сзади слушаете. О, сосенка такая.
Ну, что-то газовал там. Посмотрим, что там есть. Ну, отсюда сверху. Что на той стороне? Вон пенопласт для корабля как раз. Самое то. О! Замечательно. А? Да. Что вы считаете? Мне нравится. Место прикольное. Вот, то есть, вот иногда стоит 10 лишних шагов пройти, чтобы иногда найти такое место. И мы видим удивительный мост. Кстати, вот этот мост, он самый большой то ли в России, то ли где-то вот как бы вот первый. А раньше все по тому, который сзади вон был, по нему ездили. Это на ту сторону, чтобы вот так, вот таким вот образом, представляете? Это долго строили. Это не самый большой в России, а как... что-то у нее есть. Короче, когда мы ролик снимали о нем, да, там было описание. И делают еще дальше какой-то другой мост, который для железной дороги. Там все говорят, денег нету, ну, всякие разные версии, как бы. Ну, в общем, как бы, там все просто, там финансы. Тому, которому нужно, тот должен проспонсировать это все сам, а не за счет государства субсидий. В той стране Абрамлиса, там Минкина. Да, там дальше Минкина, туда дальше Снежногорск. По дороге раз, туда налево и пошел дальше, это на юг туда. Вон там вот далеко. Белокаменка туда, вот в ту сторону. Ну что, вот это наш будет место. Обрыва тут нету, чтобы кто-нибудь случайно крякнул туда вниз. Елочка, сосенка. Вон там рябинка. Такое тут место. И в белку. Там болото, то болотина. Сосенки вон там вот кусочками местами попадаются. Ну, в общем так, вот это наш лагерь. Тут зажгем, все прогорит, будет четко. Красавчик. Он был смел и быстр. А можно на мангале? На чем? Лучше на костре. Мангал маленький. Точно. Да. Можно сетку. Испытаем, короче, как она. То есть брать ее в походы. Можно ли на нее рассчитывать или нельзя на нее рассчитывать. Телефон убрать. Можно ли на нее рассчитывать? Или нельзя? Как купили, она такая вот и была. То есть ее не точили. Еще показать. Ну, то есть не точили, немного нагрелась. Ограничители, если еще поработать, она будет быстрее пилить. И вот здесь она немножко трухлявая, вот здесь, да. Ну вот, вот такого диаметра. Сколько тут пальцев? 4 пальца. Моментально как бы. Я думаю, что ее можно использовать при определенных условиях, как бы. А, вот для чего нужно ей чехольчик. Чехольчик ей нужно для того, чтобы смола, если это хвойная, не попадала на руки. Я думал сушину какую-нибудь найти, но тут, видишь, часто приезжают люди, и поэтому получается, что их нету. Вот такая штука. Где-то там у нас еще по дороге они лежат. Все вымели, короче, подчистую, да? Все дрова. Помнишь это место, да? А, вон там, да, на перекресточке там.
Вон там где-то чудесный, чудесные линии горизонта. Вот пока дрова искали, нашли немножко грибов. Ни ножика с собой не взяли, ничего. Просто... Так, иду. Ты нашла, да? А ты всегда больше, чем я находила. Мачете взяли. Грибы срубать. Так. Вау! Ну вот такой вот он. Здоровяк спрятался. Вот такой. Ну вот смотри, внешний осмотр. Капец, он не подходит вообще. Он такой как бы. Кусочек отломи его так вот. Раз его. Ну отламай. Вот и смотришь вот так вот. Иногда вот эту часть срезают, а вот это вот оставляют, если мало грибов. Либо ножку берут, отрезают, раз, два, три, смотрят как бы. Вот он такой червивый. Домой его сложно нести. Если здесь где-то что-то как-то, то его можно было бы взять, а так лучше не это самое. Поэтому прозевал, потом уже не берут такие. Пока искали, нашли вот такие грибочки. Сегодня будет жарешка небольшая, думаю. Это чего, сменочки, да? Ага. Так, можно, знаешь, чего? Пакет. Вот это достать. Ну, понял, да? Эндикус. Мальчишки всегда мальчишки. Буга-буга, палка. Это туда клади. Мы стол взяли, на что можно положить. Ну, вот туда просто складывай. Это же поганка случаем, вот эта, которая... Вот какая? Какая? Это сыроежка. У поганки там... А, все понял. Она белая, и еще вроде колечки есть под этим. Ну да, надо, чтобы не было колечек вот этих всех, чтобы склизкой не было, чтобы цвет не отходил от нормы. Ну, а нам... обычно да. Вот такие... Много таких, но... Давай. Сейчас у меня сабли, а потом ружье. Катана, короче, да? Так, сложили. Так, это сюда. Это сюда. Мы сейчас растапливаем костер. Блин, и место красивое такое, да, вообще. Сфоткать надо. Да, знаешь, такие. Вот Егор пробует первый раз в жизни спирт сухой использовать. Ага. Не вижу. А? Не фанат спирта сухого. Ну, просто, кстати, ты в поход не попадал, когда ты с лодки вылазишь мокрый. Вот так вот. Первый, блин, комом. Ты куда-то раз ее и убрал в другое место, куда-то далеко. Надо подольше подержать на ней, как бы, да, чтобы она вот так вот. Бумажку можно, там еще что-то. Огонь вверх. Все, все тепло от огня, оно располагается, ну, идет вверх. То есть надо, чтобы под низ ее, а не сверху. А, да? Да, и тыкать в нее. Ну, то есть снизу спичку нужно... Вот так вот, если хочешь поджечь эту доску, не сверху держать, а вот так снизу. Лучше вот с этой стороны, чтобы на кончике огня... Вот так сбоку? Да. Парам-парам-пам. И парочку, которых кладешь, ты можешь подержать их так, чтобы они тоже... На... Тоже начали гореть. И... Да, и тогда будет у тебя сразу же горящих три спички, и ты сможешь более... Попытка номер три. Это будет долго и мучительно. Ну вот сюда подними. Клади вниз. Оп. Это будет хороший опыт. Возможно, когда-то тебе это жизнь спасет. Либо... А поджигай. Не касайся ее так. Вот так в воздухе, да. То есть чуть-чуть подождать. И он будет удивительным, интересным цветом гореть. И вот так подольше. По умолчанию сейчас спичка снизу загорелась. Ну, я поздравляю, ты поджег первый раз сухой спирт. Четвертой попытки. Есть печки-щепочницы двухуровневые. Первый уровень, короче, для таких вот веточек ты. Вот с этих всех, которых сейчас я сделал, можно было бы кружку чая скипятить. Или котелок. Как бы котелок воды можно было бы скипятить. А второй уровень в ней предназначен для сухого спирта.
спичкой раз, он будет гореть очень долго. Сухой спирт используют не только для разжига костра, а обжигать кур, когда вот перья, дичь вытащил, все, да? Вот, обжигать как бы. Я тебя поздравляю. Уникальный опыт. Коля, ты поджигал сухой спирт? Нет. А он поджигал. Блин, красавчик. Я крапиву не рубил, я... Я дуванчики. Я дуванчики рубил, короче. Нарубил их много, мне потом страшно было почему-то как бы. Я не знал, хорошо это. Камыши? Это что такое? Это, короче, ты берешь камыш, отбрасываешь его вверх. Ты Конор? Да. Конор Макгрегор? Ай! Я маслину поем. Ха-ха-ха, со сталкера. Маслины — это пули, короче. Называется. Кто-то стреляет, тум-тум, такое. Они дерутся, короче. Давай, обгони его, душу, сейчас нас перебьют. А, я маслину поймал. Типа, меня попали, короче, такой, знаешь, это. Так, я вот сюда поставлю, так, чтобы... Конор как? Макнаггетс. Макнаггетс? Конор. Конор Макнаггетс. Конор Макгрегор смотрит это видео. Победитель этого. Макдональдного пояса. Мы тебя хотели с Даринкой выставить на, короче, на этот, как его, турнир пельменей, короче, кто больше съест. Можно свой сделать на Новый год, турнир какой-то, кто больше съест. Пельмени там. Я помню, на Новый год лимон ел и должен был рассказать, насколько это же вкусно. И не сморщится. У меня получилось. Получилось? Я ем лимоном. Хороший актер, короче, да. Ты удивишься, Даринка лимоны точит. Прямо ест и прямо. Как яблоко. Их, короче, сахаром посыпать и вообще шикарно. Сахара, да, здорово. Ебес. А Даринка так фигачит. Я после чая и все. Что с лимоном? Лимон — это витамин С, молодец. Надо отходить всегда, да? О, да. Как думаешь, Infinity Warfare потянет? Игра не особо-то требовательная. Ну, на минимальных и средних потянет. Ну, если заходишь прямо на ультра. А ты дальность видения убери там, знаешь, текстуры там. Это качество воды убирай и туман вообще. Либо отключай, либо ставь на минимум. Качество эффектов тоже ставь на минимум. Окружающую обстановку, вот то, что вокруг есть. То, что особо не влияет на геймплей, убирай. Я хочу пройти этот ради Press F to pay respect. А что это такое? Миссия. Миссия такая? Ну, это типа... Вообще это было задумано как просто... Я не знаю, для чего это было задумано. Денег заработать. Это было задумано, чтобы заработать денег. Продать. Для этого наняли работников, которые будут разрабатывать. Актеров, которые все остальное там будут делать, снимать. И вот это все такое прочее как бы. И зарабатывали. Зайка на эту самую... Садишься под попой, чтобы всегда что-то было. Да, я знаю. Call of Duty Black Ops. Вот я сейчас выкурил. У меня мысль была, знаете куда? На южный склон ходить еще. Мысль такая была. Там грибов можно. Туда, куда мы в первый раз ходили в поход. Егор, ты был там? Нет. Егор тогда даже не записался. Тебя еще тогда не было в живых как бы. Ты еще был. Под стол пешком ходил. Даринка тогда. Ну или на тэквондо еще пор... ходил. Да. Ну вот. С тех пор осталась Даринка у нас. Раз. Кирилл. Кирилл. Какой? Тютин. Да. И Саня полюбэ. Саня-то был? Саня, да, был. Саня же пришел раньше Дарину рассказывать. Да, Саня да. Раньше пришел. Санька сказал, что вы меня прогоните все равно, меня отовсюду прогоняют. Саня с желтым поясом сейчас, блин, что-то. Сейчас он с желтым поясом, мы его не бросим. Какой там цвет, черный? Санька долго старался, чтобы его прогнали, но мы его не прогнали. Да, он старался. Ну, он так это. Егор, давай, проверь. Самовыражение пораньше началось, как бы. Ну, он хороший мальчишка. Мы с ним как-то елку в лесу рубили. Мы с папой подружились. А, я тебя хорошо. Понял. Да. Сейчас вот ты обогнала его.
Плюс он не ломается, когда так. Плохая сталь бы сломалась. Вот это хорошо. Так. Так, Дарин, перетащи, пожалуйста, сюда вот этот как бы. Кого? Ну вот эту штуку. Камеру. Сейчас попилим, посмотрим. Штатив. Чуть поставь, да. А, Донателло. «Черепашки ниндзя» — один из любимых моих фильмов детства. Мы посмотрели, и вообще классно. Я прыгал как этот, короче, руками вертушки, с разбегу падали везде, всюду прыгали там. Ух. Зажимает. Короче, зажимает. Поэтому, наверное, эта штука немногим нравится. Они не умеют ее кушать, готовить как бы. Я помню эту атаку от Скорпиона там. Три раза квадратиком нажать и все. Зайка, а почему ты время спрашивала? А кутяж есть где посмотреть, да? Да. А я ничего. Ну, походы все эти, они очень долго как бы. Туда-сюда добирание вот они. Да, у нас 2 часа осталось до выхода домой, ребят. А мы еще костер не развели даже. Ну, чего, у меня уже есть готовый, вы своим присутствием не поможете развести его. Коля, отходим. Раз вот так вот ставишь его. Альтернативный. Разжигание костра? Нет. Еды. А, ты это, на тот случай, короче, если костер все-таки не получится, вот Коля взял. Мама положила. Мама молодец. Потому что сыро. Всегда думают, на шаг кто это. Ну, опыт это, понимаешь, это опыт. Старость. Это ты так думаешь. Когда подрастешь, это будешь называть опытом. Или мудростью. А? Или мудростью. 30 лет. Да. Какие 30 лет, не надо. Мне еще 15. Не надо. Вопросом вечной жизни все всегда интересовались. Есть такой костер, колодец называется, складывать. Делается он вот таким вот образом. Колбасу? Вот, да, вон. Нет, я имел в виду салфетки. А, салфетки? Ну ладно. Ну салфетки тоже можно. Салфетки тоже можно. Все можно. Там? Что бы вы подарили подруге? Я? Да. У меня у Евы скоро день. Носки с шампунем. Да, кстати. И бритву. Для бритья и бритву. Мыло и веревку. Чтобы это долго не расстраивалось. На все случаи жизни. Да, случаи, знаешь. Чтобы все обеспечить. Носки, полностью. Бритву и мыло с веревкой. Ну, это чтобы, если расстроилось. Дефолт. Слушай. На случай депрессии.
А что ты в тот раз ей дарила? Ничего. А она тебе? Мы с ней не очень сильно общались. А сейчас сильно? Да. Да? Насколько сильно? Из пиратов это откуда-то. Опа. Ну вот сейчас это вот такой колодец сделаешь, он разгорается. Scorpion wins. Гораздо лучше. Вот так вот поджигайте, ждать, пока она сгорит, как бы это гиблое дело. Короче, работает пила. Это здоровская штука. Правда, колоть она не умеет. Ей можно от медведя спастись. Да. Отпилить быстро дерево, чтобы оно упало точно по голове медведя, чтобы ты спасся, вряд ли получится. Других вариантов не вижу, как она может помочь. Это самое. Я придумал пока. Отмахиваться, он не почувствует этого всего. Какое? Если у тебя есть ножик. Короче, берешь, затыкаешь ему пасть ножом. Попасть. Куда вставляешь? Вот так, да? Нет, вот так вот. Все, не открывается пасть. Это ты где-то на ютубе посмотрел, да? Нет, это сам придумал. Ладно, зайдем. О, Скорпион Винс. Надо подкачаться, надо подкачаться. Работает. Вся проблема в том, чтобы поставить ее так, чтобы удобно было. То, что пилишь, да, чтобы она вот не шаталась никуда. Вот для медведя. Для медведя? Да. Ну или для выживалого. Выживалого. Так, человек. Да, в ТикТоке и Ютубе. Он везде. Он по приколу рассказывает, ну, такие юморные советы, ну, типа, шутник, как... Шутник-то да, этот, да? Да. У него история не очень хорошая. А что за история? Ну, он алкашом был. А-а-а. У него никого не было. И он, короче, ходил в лес, и там снимал видео. Социофобом, короче, был. И то он сказал? Ну, вообще, да. Ух ты. У него никого нет. Ну вот он нашел себя как бы по приколу, люди смотрят, тоже. Ну там есть ролики, где он объясняет, что это все неправда, это он прикалывается. Ну, да. Ну потому что когда на тебя бежит медведь, либо указ плюс трунанипс. Вот если бы не было социальных сетей Ютуба, то как он прикалывается над людьми, над медведями, выживалово это, короче. Да он говорит, что ему подписчики не очень нужны. Просто для себя. А, я помню, меня в Абхазии... Он бы не реализовался, короче. Меня в Абхазии ребята научили, что там бамбук, короче, растет. И сухим бамбуком лучше не разводить костер. Ну, хлопай. Он стреляет. Да. И может в тебя отлететь. Поэтому... Китайцы делали прикольные штуки с бамбуком. Емкость, короче, природная. Да, порох можно, ну и такое прочее все. Удобная вещь. Они еще эти делали, как трубы такие. Трубы, воду раскалываешь, то есть вода, чтобы до это самое доходило. До места. Не, хорошая штука. Причем не надо с собой большой объем какой-то. Ну, размер большой тащить. Только надо, чтобы она хорошо, удобно зажималась. И не останавливай. Делаешь и пошел. Жук-жук-жук-жук-жук. Остановишься, а потом дернуть сложно. Плюс она тупится еще. Надо подправлять ее. Под... Ну, это правильно называется. Еще и там еще есть... А, у нее же зубья, как у бич пила. Это обычная пила? Это самое. Ну, цепи от нее. Ну, как обычная. То есть не совсем обычная. Потому что обычная она чуть пошире. И звенья сами потолще. Тут еще есть такой вот зубик, который режет вот с этой стороны, а второй, как по куле плавник, он ограничивает погружение туда.
если вот плоский напильник едет для пилы, вот это как раз плоский его стачивать, а второй под нужным углом. Шу, такой шу, шу, шу. Точечка, который делает остро все это дело. Для продольного и поперечного пиления разбудили бы кого-то, когда камни кидали. Да. Разный угол, короче, цветочки. Егор, спирт можно убирать, сейчас это уже точно не погаснет. Я даже могу видео показать. Кого? Ну вот это про медведя. Но это скопировать, видишь, я вот не видел до него, не видел человека, который точно так же прикольно рассказывал всякую смешную дичь, короче.